Первый день Петербургского международного экономического форума ознаменовался для ульяновской делегации подписанием ряда выгодных контрактов. Среди них соглашение с всемирно известной компанией «Philips» в сфере здравоохранения. Акцент сделан на кардиологии. Сегодняшнее соглашение, меморандум, который у нас подписан, является логичным продолжением той очень успешной истории сотрудничества с Ульяновской областью, которая есть у компании «Philips». И мы в первую очередь планируем посмотреть на проблему с сердечно-сосудистыми заболеваниями, именно на кардиологию, которая сегодня является основной причиной смертности в России, в том числе ульяновской. Представители компании проанализируют ситуацию с заболеваниями в регионе и предложат варианты совершенствования региональной системы здравоохранения. Компания «Philips» обладает огромной просто историей находить такие умные технологии, умные проекты и реализовывать их. Мы решили воспользоваться этим замечательным опытом, тем более, что с этой компанией у нас уже имеется достаточно хорошие отношения. Но и сегодня, когда мы все имеем четко и ясно ориентиры, что нам нужно сделать в области здравоохранения, не только связанные с повышением уровня жизни, но и с продолжительностью жизни, конечно, грех не воспользоваться их наработками в области кардиологии, в области онкологии, в области охраны матери, здоровья матери и ребенка. Поэтому мы приняли такое решение. Не исключается сотрудничество сторон в проектах государственно-частного партнерства. Также рассматриваются варианты со строительством нового медицинского объекта и техническим переоснащением региональных медучреждений. Дарья Сударева, новости «Ульяновской правды».